всех приветствую. Всем я очень рад. Представляете, договорился тут в начале Балихаи встретиться с подписчиками. Где их тут искать? Посмотрите, что творят тут китайцы. Так что, я думаю, место мы не особо удачное выбрали. Но уже ничего не поделаешь, надо ждать. Давка реальная. 9 вечера, что они тут все делают, непонятно. Подожду немножко. Ну вот, встретились с подписчиками. Славик, вы все хорошо знаете. Помните Женька по прошлому году. Жену его Иринку. Здоровайтесь, все мы прорвались тут благополучно через эту китайскую толпу и сейчас рванем куда-нибудь дальше. Но китайцы удивили, да, сегодня? Жень, с чем ты их сравнил, эти китайцы? Китайский муравейник. Не, а с метро кто сравнил? С метро лошадем. С метро. Славик что-то в телефоне говорит. Слав, чего скажешь-то? Я думаю, что сейчас в марте месяце Китай Пипл переплюнул Индию фильм. Да, там сколько они, минут 15, да? Шла демонстрация. Да. Вообще не знаю, откуда они вылезли. А вот эта кучка, смотри, их напряглась. Может, поняли, что о них речь-то идет? Жень, ну много, да, Китай Пипл? Вообще трендец. Непонятно, да, куда держать, в какую сторону теперь. Но мы разберемся, прорвемся. Китайское кино, не индийское. Ну, я и говорю, китайцы переплюнули. Фокусников посмотрим, Слав. Да. Каждое утро вот так по привычке прихожу сюда кофейку попить, почирикать с таксистами, с тайцами. Вот прямо на улице сижу. Ну а если кого интересует не кофеек, а куда бы заглянуть на палку чая, я вам это тоже подскажу и покажу. Правда, на скрытую камеру, может, не очень съемка будет, но сейчас в двух словах вам опишу. Это находится на Second Road, рядом с терминалом 21. Заходите в это заведение, оно там не одно, я в трех был. Присаживайтесь на любое место, перед вами будет сидеть большое количество девушек с номерками. То, что перед вами левее немножко они сидят, они будут по 2000 бат. Те, что перед вами и справа, они будут по 2400 бат. Любую из них выбираете, номер менеджеру называете, он вам ее подводит. И все, и прям там же ведете, уединяетесь. Что входит? Принимаете душ совместно, массаж она вам делает любого плана, какой пожелаете. Ну и, соответственно, совместно чаек распиваете, за которым вы туда пришли. Ну что, можете посмотреть на это, а я буду с вами закругляться. Всем счастливо! Привал.
открывать. Зря почему загораживаешь. Объектив. Ну да, да. Ну да, естественно. А там 2000, 2400. Ты что, просто так сидеть и смотреть, что ли? Вообще думать. Ну, задумка в чем? Задумка в чем? Как бы уже происходит щенячья любовь, общение глазами. Отдолбите все, да? Пойдем в другую историю. Какой? Да? Другой,